Губернатор Одесской области Максим Степанов прокомментировал указ президента Украины о блокировании российских социальных сетей. Я лично сетями, на которые распространяется запрет, никогда не пользовался, поэтому мне проще. То, что касается технических моментов по захождению в те или иные соцсети, ну, насколько мы понимаем, наверное, необходим какой-то период времени для того, чтобы было невозможно зайти. В общем, аспекте защиты информационной безопасности нашего государства, ну, эта мера должна себя оправдать. У нас, слава богу, есть еще другие соцсети. Также губернатор прокомментировал приобретение дома в селе Ставрово Акнянского района Одесской области. Я принял решение зарегистрироваться в Одесской области вот через такой способ. На прошлой неделе заплатил налоги. Почему Акнянский район? Ну, потому что там на одном из аппаратных совещаний мы рассматривали вопрос образования. Акнянский район находится в числе последних по сдаче ЗНО. Там достаточно такая тяжелая ситуация. В селе Ставрово есть школа, которая строится. Я еще, будучи первым замом главы областной государственной администрации, мы делали проект строительства школы. Дети как учились в бараке, так и учатся. Эта школа до сих пор строится. Поэтому я уверен, что мои налоги, депутаты районного совета, такая неожиданность. Они, буду надеяться, что они их в том числе направят на строительство этой школы.